Короче, теперь вездеход мы будем класть вот такой зеленый ящик. Что в нем сейчас расскажет Илюх? Вот такая вот штука, написанная СССР. Ну, явно это топор. Чехле, то бишь с навеской на ремень. Но у него не одна. Да, есть еще один чехол. Сейчас мы это дело откроем, быстренько покажем. Соответственно, чехольчик матерчатый. Чехольчик пластиковый, да, со специальной заклепкой. Я думаю, что этот чехольчик поинтереснее, чем тот, да, здесь также есть под ремень. Вот, ну и сам топор, безусловно, компактный, достаточно увесистый. Давай так, давай короче, для чего? Для чего мы его положили? Для того, чтобы разрубить какое-то дерево, да, то есть дрова там. В том случае, если мы где-то оказались в лесу, и нам надо что-то сделать, у нас появилась вот такая вот штука. То есть можно не переживать о том, что вы не взяли с собой топор, он всегда есть в вездеходе. Да, да, совершенно верно. Так. Дальше. Это баночка розжига для того, чтобы в мокрое время года было проще развести костер. Тоже вещь необходимая, поэтому она здесь есть. Безусловно, аптечка. Всем известной фирмы Miltek. В аптечке есть все необходимое, чтобы оказать первую медицинскую помощь. А потом мы сделаем подсъем и все это купим. Так, в прошлый раз мне говорили, что горелка нехорошая. Взял сегодня и горелку, и дополнительное сухое горючее. Да. Горелка для приготовления, видимо, какой-то пищи в котелке, да, вот написано с подставкой. Сделано добротно, металлизированное, компактное, раскладывается. Зачет. В общем, костер можно всегда развести. Единственное, чего к этой горелке в данном комплекте нет, это розжиг, да, то есть, ну, какая-то таблетка сухого спирта или еще что-либо, да. Поэтому они идут в следующей коробочке. Ну, для этого у нас есть такие спички. Чтобы разжечь данные таблетки, соответственно, есть набор герметично упакованных охотничьих спичек. Опять же, по твоим замечаниям, теперь со штопором. В оранжевом мешочке у нас находится вещь, необходимая в любом походе на природе. Ложка, вилка, штопор, различные иные приспособления. Очень удобно пользуются. Это у нас огниво. Огниво. Ну, огниво, да, когда кончаются спички, но есть желание выживать дальше. Да, когда хочешь выживать изо всех сил. Для разведения огня, собственно, поломал. Пригодится вот такая вот, вот спичка. Поломал, да, все. Да, это классные штуки, на них уже перешли все, кроме нас. То есть наши армейские наборы до сих пор комплектуются сухим горючим. А у всех уже вот такие вот беспламенные нагреватель пищи. Наливается вода, и он греет еду. Угу. Имеет место быть. Хорошая штука. Так, давай, Илья, узнай, что это. Ну это что-то такое увесистое, тяжелое. Откроем, поглядим. Оп. Здесь складная лопата. Собственно, до конца открывать не буду, и так все понятно. Раскладываем, скручиваем, копаем. Там еще сбоку пила есть на ребре. Да, она там есть. Ну нет. Да.
Так, что у нас дальше есть? Компас. Компас, ну тут без комментариев. Армейский. Что ты там говорил, с чем с этим? Ну, азимут там, визор есть. Брать эти поправки по звездам. Так, тут у нас фонарь. Фонарь. Так, дальше у нас фонарь. С креплением на пояс. Илюха расскажет. Да, изменением фокуса. Светит достаточно ярко, далеко. Может подавать сигналы, может просто путь освещать. Хорошая вещь. Пригодится, если окажетесь ночью в лесу. Да, комплектуется аккумуляторами, поэтому без батареек остаться сложно. Но это не все. Мало ли, есть еще налог. Фонарь. Да, для того, чтобы были свободные руки, можно использовать вот такой вот налобный фонарь. Здесь точно такие же аккумуляторы, как и в том, поэтому унификация позволяет использовать эти вещи гораздо проще. Кидай туда дальше. Так, что ж я тут еще взял? 20 метров паракорда. Ну, без комментариев, тут все понятно. Что все без комментариев? А что комментировать? Вышел в лес, нашел женщину, связал. Да, сожрал. Только для этого. А для чего? Только так. Что еще с женщинами в лесу делать, да? Да, это в том случае, если вас. Вы знаменитость, вы на вездеходе катаетесь, а вас случайно в лесу застали. Да. Для вас тактическая ручка. Она не мерзнет, есть стеклобой, если вас попытаются увести, сможете разбить стекло. Но также она еще и пишет. То есть можете оставить автограф. Так, термоэлементы взял разные. Одни для того, чтобы работать, например, там, я не знаю, высушить ботинки, можно положить в ногу. А другие для того, чтобы положить их в палатку и там было тепло. Тут у нас таких 6 штук. Давай тогда про эти штуки еще. Давай. Взял два вида термоодеяла. Охлаждение. Открывать не буду, но если размотать здесь по где-то 2 квадратных метра. 2,5 квадратных метра специального материала, который поможет либо согреться, либо если вам стало плохо от перегрева, остудиться. Тоже взял несколько таких. Мало ли, в экипаже будет несколько людей. Да, это очень хорошая вещь. Дальше. Кошелек влагозащитный, нагрудный. Положить документы и забыть про них. Всегда. Положить документы, они будут в сохранности. Выйти из леса телефон, может... Телефон. Да. Ну, вы можете такое промокнуть, а документы лучше не мочить. Молодец. Так, дальше у нас... Это этот сверток на самом деле 20-литровый гермомешок, который по форме как ведро. То есть, в принципе, в нем можно таскать воду, и если надо, очень сильно прям можно даже в нем и вскипятить. Но лучше этого не делать. То есть это два фонарика, мало ли, нечем будет заряжать. Тут есть пауэрбэнк на 10 тысяч... Чего? Микро... Миллиампер. 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 На 10 тысяч миллиампер. Миллиампер. Да. Для того, чтобы зарядить оба фонаря. Оба фонаря заряжаются от USB. Бедки, да. Да. Это две такие штуки специальные. Это таблетки для обеззараживания воды. Илюха расскажет, как ими пользоваться. Я не помню. Согласно инструкции, это сделать будет несложно, в смысле рассказать. В общем, кидается одна таблетка на литр воды, и через 30 минут эту воду можно употреблять. Также для мелкого ремонта мы сюда положили мультитул.
тут разводной ключ. Есть, с какой-то стороны открываются биты. Сюда можно вставить и использовать как отвертку крестовую шлицевую. Также есть небольшая пила, нож и еще одна дополнительная отвертка и открывашка. Все очень острое, не буду до конца открывать, это еще порежусь. Что-нибудь подкрутить, подвинтить. Так, сюда решили положить нож Ontario крыса в классическом черном исполнении. Неплохой нож, лишним точно не будет. Есть клипса, можно носить на кармане, легкий. Действительно, лишним он в наборе не будет. У нас есть рожек, у нас есть спички, у нас есть таганок и есть два прекрасных набора индивидуальный рацион питания. Здесь набор еды рассчитанный на сутки. Набор номер 4 и набор номер 7. Да, то есть в принципе как минимум 2 дня человек сможет питаться. Да. Открывать его не будем. Седьмой там сахар. Консервы, галеты, чай, кофе, сахар. И дополнительно также есть в каждом наборе таганок. И последняя вещь. Илья просил оставить на самый конец. Ну какой же набор-то? Такого да. Всего может быть без этой вещи. Вот остались без всего. Вообще уже как бы идете на последнем издыхании. Просто на бровях, на характере тащите. И для того, чтобы хоть как-то сказать, что вы здесь есть, свистуля. У него можно достаточно громкий, всем слышный. Я погибаю, спасайте меня все. Да. Входит в набор. Это первая комплектация. Они будут разные в зависимости от задач, в зависимости от региона, куда вы будете направляться.